субботу. Внезапная болезнь может разрушить все на своем пути. И что это значит? Это злокачественная опухоль мозга. А чтобы мне ей сказать, она все поймет. Но ничто не сравнится с предательством близкого человека. Ты же мечтал о ребенке? Он у тебя будет от секретарши. Давай забудем все, поедем, отдохнем вместе. И когда кажется, что все потеряно, не надо отчаиваться. Все наши беды со здоровьем таятся в нас самих. Сумасшедший. Безумие – знак избранных, так говорил Шекспир. Пригласи Марину танцевать. Безумие – знак избранных. Не расстраивайтесь и начните жизнь с чистого листа. Жизнь одна. В субботу на ТВ Рус.